одно из естественных мест, где человек, наверное, встречается сам с собой. И это возможность очередной раз сделать шаг навстречу самому себе для того, чтобы раскрыть вот тот высокий потенциал, который в самом человеке заложен. Люди, значит, они что-то ищут, значит, им что-то не хватает, несмотря на большие деньги, несмотря на еще какие-то вещи, которые, в общем-то, может быть, и приобрел человек в своей жизни, но что-то не хватает, что-то ищет душа человеческая. И многие говорят, вот вы знаете, один раз побывали, душа тянется и тянется на это святое место. Светлояр – это место силы, объединяющее людей совершенно разных вероисповеданий и традиций. Сюда приезжают христиане, староверы, индуисты и многие другие. Приезжают, наверное, для того, чтобы искупаться в благости этого места, успокоить свою душу, обрести гармонию и тишину. Немного таких источников на Земле существует, тем более среди каменных джунглей. Место силы не может принадлежать какой-либо отдельной традиции, ибо это сама природа в ее первозданном проявлении. Легенда о граде Кидиже, о городе, ушедшем под воду, живет в моей памяти с самого детства. Уже не вспомню, где и от кого я ее впервые услышал. Но каждый раз, когда она звучит, моя душа сразу откликается, резонирует, и я как будто сам становлюсь жителем Кидиже. Одна из легенд гласит, 8 столетий назад, во времена тяжелой битвы с ханом Батыем, жители осажденного града Китежа молились о спасении. По преданиям, этот город не был торговым и ремесленным, он был наполнен храмами и являлся святыней Поволжья, местом, где прославляли Бога и его святых. Старцы и все китежане молились Богородице, поэтому она укрыла город своим покровом. В результате многодневной коллективной молитвы и призывания божественных сил город был спасен от разграбления и уничтожения святыни. Он опустился под землю, и на его месте образовалось красивое озеро, почти правильной круглой формы. На физическом плане мы видим, что святость проявляется через прекрасную природу. Многие считают воду озера целебной. А на духовном плане жители града Китежа, благодаря молитве во свое спасение, переместились в божественное измерение. Сильная вера и молитва помогли им это сделать. Они соединились с Богом и вознеслись в духе, в результате чего образовалась светлая, сакральная вселенная. И теперь ныне живущие люди, приезжающие поклониться святому месту, в соответствии со своей верой соприкасаются с этой вселенной и получают благословение и исцеляют душу. Вот эти вот легенды и сказания, почему их так много? Потому что действительно сколько людей, сколько случаев, столько и появилось легенд. Особенно вот старожилы местные рассказывают, что даже встречались с жителями подземного города Китеж в различных ситуациях. Иногда обходят озеро, и вдруг откуда-то появляются монахи со свечами. Очень часто слышат колокольный звон с холмов, со светлоярских. Иногда даже люди, которые приезжают сюда, слышат песнопение церковное где-то идет.
Поэтому действительно столько очень много случаев происходило, и все это в легендах отражено. Опять же, местных жителей, бабушек местных, они обязательно приводят сюда внуков, к этому камешку. И всегда говорят, приложись к этому камешку, загадай желание, только сильная вера. И тогда все исполнится. Озеро Светлояр уникально тем, что является признанным местом силы. И паломничество – представители многих духовных школ и традиций. Здесь находится христианский храм. Это место также пользуется большой популярностью и у последователей древних славянских традиций. По их убеждениям, озеро – одно из важнейших мест поклонения Богу Солнца – Ериле. Отсюда и название – Светлый Яр – Свет Солнца. Кроме того, сюда часто приезжает множество последователей других как древних, так и современных философских течений и традиций. Священным это место считается и у многих простых людей, находящихся в состоянии духовного поиска. Свое благословение Светлояр дарует всем, кто приходит к его берегам. Сейчас на планете действительно особо интересные времена, когда идет пробуждение того зерна духа, который находится в каждом человеческом сердце. И если брать новую научную парадигму о ноосфере, которую нам выдал Вернадский, мы понимаем, что природа — это живой организм, и что люди являются частью этого живого организма. И сила их мысли уже достигает геологической силы. Поэтому сохранение таких культурных феноменов, которые связаны со Светлояром, поскольку действительно образ города Китежа из местной легенды стал одним из национальных символов России, а суть этого символа – устремление к некому образу Светлого Града, который каждый стремится раскрыть в глубине своего сердца. Оно является на сегодня актуальным, поскольку действительно духовные, пусть даже светские аспекты, да, раскрываются для того, чтобы человек понимал, что он является нечто большим, нежели просто существо, которое там ест, пьет, там, размножается, получает чувственное наслаждение. Что в человеке заложена вот эта божественная творческая искра, которая ведет его к пробуждению, к просветлению, а дальше к преображению его внутреннего мира для того, чтобы стать частью того прекрасного замысла, который заложен для эволюции человечества. Собор белый, собор ясный, собор всех людей, душе моей. Над рекой, над обрывом возводят храмы они, разбивают сады, красоту пестуют. Ночь сидел у костра с этими ангелами, и до сих пор в свете в сердце места нет. Не полумесяц над ними, иной знак, в глазах луна и звезды, и солнце луч, о Всевышний, научи любить служителей так, как будто никто их не сможет вернуть. Собор белый, собор ясный, собор всех людей, душе моей. Собор белый, собор ясный, собор всех людей, душе моей. Светлояр – это место паломничества. По традиции, паломнические действия здесь заключаются в том, что необходимо трижды с молитвой обойти вокруг озера. Если вам очень-очень необходимо что-то попросить, разрешить какую-то проблему, то обход совершается на четвереньках, также трижды с молитвой. Несколько лет назад вокруг всего озера был построен деревянный помост. Длина паломнической тропы около 1 километра 800 метров. Простой обход с молитвой занимает около 20 минут. Троекратный обход займет не менее часа.
Троекратное ползание озера на четвереньках продлится примерно 6 часов. Отдельно необходимо упомянуть о том, что в озере никогда не купались. Лишь после Великой Отечественной войны советская пропаганда стала позиционировать Светлояр как место отдыха. Однако коренные местные жители здесь никогда не купались, как они говорят, ни за какие деньги. Поэтому сейчас можно в любое время года на берегах Светлояра увидеть людей различных конфессий, вероисповеданий. Приезжают все с различными проблемами, потому что действительно у нас жизнь такая пестрая. Черная полоса, белая полоса. И многие приезжают как за последней надеждой. Или приезжают как бы за благословлением, обходя Светлояр, просят благословления у китежских старцев на какое-то серьезное начинание или на какое-то серьезное дело в жизни. Традиции здесь заложены очень давно. И что интересно, до сих пор они хранятся и почитаются, и ими следуют все. Именно этим традициям следуют вот люди различных конфессий, кто кому верит, можно так сказать, да? Но все обходят Светлояр по часовой стрелочке, по солнышку, нечетное число раз. Раньше, конечно, в старых источниках, вот в воспоминаниях и местных старожил говорилось, что в основном оползали на коленях озера, как вот Оглоблин писал. Старые женщины ползут по шею в грязи, по корням деревьев, по болотине. Какой же это тяжкий труд был. Сейчас мы тоже часто наблюдаем, что даже люди совершенно молодые приезжают и оползают с озера на коленях. Обязательно обходится или оползаться молча, с молитвой. Ну и, конечно же, с просьбой для себя, для своих близких, кто с чем приехал, кто с какой проблемой. После того, когда оползли или обошли нечетное число раз, в основном действительно 3 раза обходится Светлояр, вот только тогда, раньше в восточной части подходили к воде, почерпывали в чашечку, в кружечку в светлоярскую воду и спивали первые капли, чтобы осветить себя после такого тяжкого труда. И отойдя минимум на 2-3 метра, позволяли себе умыться или облиться светлоярской водой. Ну, так, чтобы ни одной капельки воды с нас грешных не упало в воду Светлояра, не сквернит пребывание китежских старцев. Поэтому сейчас мы тоже эти же традиции наблюдаем. Люди верующие никогда не будут купаться в Светлояре. Они обязательно обойдут или оползут в Светлояр, почерпывают во что-то водичку светлоярскую и на бережку обливаются. Или, в крайнем случае, 3 раза окунаются с молитвой, как вот, например, в крещение, да, как в святом источнике. Момент исцеления тоже присутствует. Вот одна, например, женщина рассказывала, что у нее были проблемы. Куда бы только она ни обращалась, даже ездила в Иерусалим. Ничто не помогло. И вот светлоярская вода, вот она, просто чудо произошло. Ну, конечно, это с верой, с молитвой обязательно. Долгое время это место пребывало в забытии, но в начале 90-х годов прошлого века на Светлояр стали приезжать люди, которым не безразлична его судьба, его прошлое, настоящее и будущее. Практически на одном энтузиазме этих удивительных и хорошо образованных людей в селе Владимирское возникло 2 замечательных музея со множеством интересных экспонатов. Сотрудники музея с вдохновением рассказывают легенды, притчи и сказания об озере Светлояр, о мистическом граде Китежа, о красоте, о любви, о единстве всех религий и делятся своими переживаниями. Это место – это состояние души, это некий импульс, который получает человек, приходя в эти места, который именно способствует тому, чтобы человек размышлял или начал размышлять, если он не думал об этом до этого момента. Некий импульс к тому, чтобы понять вообще, что такое жизнь. Что такое жизнь, что такое сам человек в этой жизни. И вот Светлояр и легенда о граде Китеже, которая в этих местах витает, и
наверное, говорит о том, что град – это некое переходное место или некий град, что ли, будущего, каковой должна быть наша планета. То есть о граде в легенде говорится, что живут люди мастеровые, которые не гнушаются никакой работой, но они живут с молитвой, то есть состояние, внутреннее состояние света. То, как легенда говорит, они даже читают священные писания без свечей. От них вот этот свет сам идет. Вот это свет, это благодать, это умение жить общинно, принимать друг друга такими, какие есть. И вот это вот отдавание этого света тому, кто приходит, и в то же время связь с миром высшим. То есть некое переходное состояние, некое переходное место, чтобы человек, приезжая в вот такие места и прикоснувшись к этой легенде, он понял, что жизнь не конечна, она имеет свои границы, земная жизнь. Смерть от слова «смеривать» – это некая мера в нашей школе жизни. И вот когда мы переходим определенный участок жизни, да, проходим свой земной путь, накапливаем опыт, знания, мудрость, и берем с собой только то, что нельзя потрогать руками. И тогда человек задумается, что же такое жизнь? Живет в основном для того, чтобы накопить, там, покушать повкуснее, одеться понаряднее. А оказывается, это мы с собой не можем с собой взять дальше. И вот работа, кстати, Евгения Андронова, она очень хорошо об этом говорит. Вы посмотрите. Огонь, горящий в сердце, души каждого человека. Но это могут быть или цепи, да, как человек идет по жизни, или же это огонь созидания. Все в руках человеческих. Вот он ларец. Ларец – это те знания, тот опыт, ту школу, которую мы проходим. Вот он накапливается, это в сердце человека. И светлояр, как перевернутый колокол, вот он переполнен вот этой мудростью, этой чистотой, что даже капли не спадают. Вот они китежане, вот он восход солнца. Да? Солнце встает, Бог дает, не случайно же говорят. И состояние какое, смотрите, парящие птицы, это символ души человеческой, вот они звезды, вот оно высшее пространство, да. Вот глубина самого озера, вот он китеж, серединочки. И покровительство всему, опять же мудрость, символ триединства. Древнейший символ, которому насчитывается тысячелетия до нашей эры, с которым жили люди и применяли его во всех сферах жизни. Отдельное внимание хочется уделить музею керамики. Это целый мир, сказка, появившийся благодаря талантам и упорству его создателей. Мы покрыли кристаллическими глазурями, а здесь проявились лики старцев. Возможно, конечно, такое бы не получилось в другом пространстве, но мы так думаем, что здесь все-таки озеро Светлояр, овеянное легендами о граде Китеже, о старцах китежских, возможно, это и проявилось. Здесь вот видите, даже как будто бы это источники живой водой, да? Много здесь можно образов найти. Вот мы считаем, что это вот не случайно здесь при обжиге произошло такое. И тоже, можно сказать, такой вот знак был. Светлояр – одно из естественных мест, где человек, наверное, встречается сам с собой. И это возможность очередной раз сделать шаг навстречу самому себе для того, чтобы раскрыть вот тот высокий потенциал, который в самом человеке заложен. И именно в том числе прикасаясь к тому, к той ауре,
святости, которые находятся на таком месте. Ведь Светлояр – одно из таких мест. Оно не единственное, к счастью. То есть и другие места на планете Земля, такие как вот Кайлас, мы знаем, да, те же даже Соловки, Валаам, там, Белуха, вот, где пробуждается дух человеческий. И Светлояр просто одно из таких мест, которое действительно дает импульс к пробуждению внутреннего вот этого божественного зерна в каждом человеческом сердце. Опять-таки в зависимости от устремлений самого человека, потому что люди по-разному созрели. Кто-то больше уровень осознанности у себя, как говорится, раскрыл, кто-то меньше. Но так или иначе, все чувствуют особое здесь состояние души, когда устремляются к каким-то добрым и светлым порывам, несмотря на все внешние там, деградацию, негативные какие-то аспекты. И поэтому важно сохранять такие места и создавать именно среду. Вот моя личная, как говорится, позиция, чтобы это место было все-таки универсальное и было открыто для людей. То есть идеология этого места, вне зависимости от национальности, от вероисповедания, каждый человек находит отзыв в глубине своего сердца созвучный образу Светлого Града. И поэтому очень важно как бы здесь сохранять именно среду, где было бы пространство, в котором человек мог бы раскрыть свою душу, вот, и, так скажем, прикоснуться к тем частям свободы и того творчества, которое заложено в нем самом. А идеология этого места – это место преображения душ человеческих. Вот. И то, что говорил нам Христос, то, что говорили нам великие учителя, которые приходили на землю, как раз следующий этап, даже тот же великий Циолковский говорил, что в будущем человечество будет светящимся. Вот. И это место, одно из тех мест, где человек может очередной раз сделать шаг навстречу самому себе, к тому светящемуся человечеству.